Для этого замечательного, очень вкусного и полезного рецепта я беру 1 стакан овсяных хлопьев. Это 100 граммов. Овсянку заливаю половиной такого же стакана молока. 100 миллилитров. Молоко у меня комнатной температуры. А также добавляю 2 яйца. И также кладу 1 щепотку соли. Теперь эти ингредиенты можно просто перемешать и дать им настояться 15-20 минут, чтобы овсяные хлопья хорошо набухли. А можно ускорить этот процесс и сделать тесто более нежным при помощи блендера. Вот так. Дальше в эту массу я добавлю 20 граммов сливочного масла, которое я заранее вытащила из холодильника. Оно у меня мягкое. И 100 граммов творога. У меня творог не жирный. Вы берите жирность по своему вкусу. Также я сюда высыпаю пол чайной ложки разрыхлителя. Снова все перемешиваем или перебиваем блендером. У нас получается такое вот достаточно густое тесто. Густота примерно как для оладушек. Кстати, у такого творожно-овсяного теста очень приятный аромат. Вы удивитесь, как это будет вкусно. Затем я беру кусочек тыквы. Тыкву очищаю от семян и также очищаю от кожицы. Затем натираю ее на такой некрупной терке. В очищенном виде у меня здесь 150 граммов тыквы. Измельченную тыкву высыпаю в тесто. И теперь все хорошо, равномерно перемешаем. У нас получается такое замечательное, ароматное, яркое и солнечное тесто. Сковороду разогреваю на среднем огне. Наливаю совсем чуть-чуть растительного масла. Если ваша сковорода совсем не прилипает, можно готовить на сухой сковороде. И выкладываем на сковородку наши полезные фитнес-оладушки. Мне удобнее это делать при помощи 2 ложек. Дальше я накрываю сковороду крышкой. Когда наша выпечка зарумянилась с одной стороны, переворачиваем на другую сторону. При этом я даже уже не добавляю растительное масло. И крышкой я их уже также не накрываю. Это рецепт экономный, и выход готового продукта получается достаточно большим. Готовьте на здоровье и не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. По желанию, к этим вкуснейшим фитнес-оладьям можно подать сметану, мед, варенье, как ваша душа желает. А я вам желаю мирного неба и здоровья. До встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.